картинг. Едем на картинг, думаю, выскочу в эфир прямой. И курит, не спей. Маленький, хороший. Так, не разможно, не возьмите. Так, не пожалуйста. Давай, принимаю. Выездное, да, свидание. Картинг. Кто канал на картинге? Хабалка. Элина движуху делает. Раз по 10, наверное, прыгает в бассейн. Меня слышно? Нормально все? Сыновья на море уехали. Молодец, на отдых. Я плачу алименты, друзья. Я, если бы их видел, то я бы тратил на детей. А так я плачу алименты. На эти деньги и поехали. Мои плюс ее равно море. Содержание детей уходит на... Не планирует уходить, но думает, устал. Выгонит Элинку, бесится. Да почему? Прикольная баба. Девушка, начали Тиграна, куры, отстань. Да, отстаньте. Отстаньте к Кукарикову. Ваша пара, спасибо. Микрофоны попозже. Вот мы в Вегасе. Здесь картинг и картинг. У нас, кстати, картинг. Щелково, нет. Вегас, вот МКАД, Вегас здесь, а Щелково здесь. Вот выезжаем, вот так. Значит, мы едем через Москву, и там МКАД, мы приезжаем в Вегас. Нет, с детьми нет общения. Грудь нормально, все, спасибо за переживания. Белоруссии, привет. Белоруссии, правильно написали? Белоруссии. Вы самая настоящая пара. Вот видишь, верят в нас. Новосибирск. Едем на картинг. Вегас. Вегас. Вегас, Мегас. Тоже Щелка. Сейчас 15. Короче, у нас сегодня незапланированный выходной. А что Ромку выгнали? Ромка, ну не знаю, время на нее пришло. Либерж, не знаю, где она. Дома, наверное. Что-то, не знаю, не возвращается. Сколько вам платят? У меня где-то около 450 уходит. Ну, Либерж что пропала на кодировку. Я не знаю, ребят, но дома, наверное. Да, вот оператор наш, редактор наш. Ташкент, Ташкент же есть. Я плачу алименты, ребята. Я плачу алименты. Мои алименты и бывшие алименты равно траты на детей. Understand? Вики, привет. Вам 37 скоро будет. Да, 1 сентября мне будет 37. Старенький уже. Что будете делать вечером? Массаж у меня сегодня по программе. Палец, кстати, заживает потихоньку. Слушайте, вывихи вообще такие серьезные моменты. Причем в эфир не поместили, как мы играли в хоккей. Вот, а палец пострадал до сих пор. Честно думал, сломал. Вот так вот вывихнул, вот так прям жестко. Уже потихоньку, уже могу делать. Но я думаю, сегодня легкий массажик сделаю, а уже потом за денежку. А ты с 400... Что? Ты с 400 тысяч элементы платишь, выходит 200. Не, у меня, я плачу алименты
фиксированная сумма от прожиточного минимума за ребенка. Да. Какая стоимость массажа? 3000 рублей один час. Расслабляющий, антицеллюлитный. Вы с кайфом приедете на телепроект Дом 2, посмотрите Дом 2 снаружи, экскурсию небольшую я вам проведу. С участниками пообщаетесь, вопросики позадайте, пофоткайтесь, если хотите. Если не хотите, сразу на массаж, как вот меня на столик прыгните, и я просто начну вам делать массажи. В Вегас приехали на картинг, катались на картинге. Я вот, блин, с детьми мы постоянно ездили, но я так и не катался. У меня в памяти осталось, как будто я катался. Далеко от поляны, да? Я не знаю, мы поехали хер знает куда. В Вегас. 1:15 стояли в пробке. А могли бы поехать... Маленький, да? Ну, Вика вот говорит, а местная просто. Наверное. Лиза говорит, что не покинула. Тату не сведешь нахрен на эту. Слушайте, мне честно не до сведения. Мне бы доделать рукав. Вот, а потом уже займусь. А? Да, Виктория вот хочет следующая на очередь. Чтобы ее набили. Нет, меня ты набьешь. А, да, мне уже что. Сегодня хочет вернуться. У нас, кстати, сегодня последний день. Я в афигах, как несправедливо. Врачам платят 30 тысяч, а этим 450. Ох, просто. Ну, врачи, блин, если хорошие врачи, пойдите в частную клинику. Ну, как бы, не знаю, если я свой труд оцениваю, я буду на себя работать. Да вы знаете, сколько они там левачат, мои врачи? Я думаю, они себя не ущемляют. Я в Вегасе сейчас. Можно с вами сфоткаться? Да вы же не найдете меня. Вика. Не найдете меня. Конечно, если подойдете и вежливо попросите, аккуратно, конечно. Почему не сфоткаться? Я же не дикий, я же не с гор. Спустился с гор, но не сейчас. Да, у нас. Вот написано картинг. А ты что за лужа? Когда буду весной, мне позвонить. Хорошо. Я сюда же подъеду, когда вот сюда подойдете. Кто ты по национальности? Я остинский армянин. А это белорусская девчина. Виктория Солибеков. О, Казахстан. Он согласился? Казахстанское подземелье. Ох. Давай, Викулик. Подумай. Ничего не забывайте, господа. Батарейки, микрофоны, телефоны. Господа офицеры. Господа офицеры. По натянутым нервам. Сколько операция Вики стоит? 350, да, Вика она говорила? Анатомические импланты стоят дороже. Сама операция стоит 199 тысяч, короче, 200 тысяч без сдачи анализов. На анализы у нас ушло около... 25. Мы же сдавали два раза. Ну, первый это, раз это 20, 28, и потом около 25. Короче, нужно 50. Нет. Наверное, нужно 25 около... стоит анализы, можно за но дешевле. Но где сдавать? Мы сдавали первый раз в инвитро, и в инвитро вышло очень дорого. А в Lab4U мы сдавали, там намного дешевле. В два раза дешевле, чем в инвитро. Скажите, Викулик, повзрослела за эти полгода, скажите? Скажите. Слушай, а здесь потеряется связь? Это операторы наши, это редактор наш, это Викулик наш, моя. Это операторы, это редактор. Шрамы сильно. У кого-то шрамы бывают, не заживают. А я вчера видела, прикинь, как сделали. У меня вот так вот. А я вчера видела, как вот здесь разрезали и вот так до сустава. Так это же подтяжку делают. Это подтяжка? Там было и...